Друзья, всем привет! Канал Карим Равид. Канал обо всем. Посмотрите, у меня в руках посуда, а в нем вещество. Это национальный продукт татарский. Называется это национальный продукт карт. Это один из ингредиентов, который входит в татарскую кухню. Это молоко, прокисшее молоко. Вываривается. Долго-долго вываривается, вода испаряется из молочного продукта и остается белое вещество в виде творога. Потом его начинают выпаривать. Выпаривают его долго, и он начинает краснеть. Хозяйка должна именно поймать тот момент, когда он будет готов. Это очень вкусный и очень полезный, питательный продукт. А в основном, вот насколько я знаю, этот продукт добавляют в губадью. Губадья — это татарское национальное блюдо. Я уже про него рассказывал, показывал, друзья. Еще иногда добавляют масло. Вот такая красота. А сейчас, когда загубили сельское хозяйство, этот продукт стал деликатесом. Деликатесом в том отношении, что колхозы, сельское хозяйство сгинуло, частники для себя только делают. Друзья, хочу напомнить, находимся мы на канале Карим Фраиль, канал обо всем. Подписывайтесь, друзья, на мой канал, будьте с нами, друзья. Большая благодарность людям, подписчикам, которые смотрят меня, подписываются на меня, поддерживают мой канал. Спасибо, до свидания.